На обзор покупщик прикупил кондитерские изделия, паштет из икры минтая. Вот по слогам несколько раз прочитал. Путин. Он, оказывается, не только президент Российской Федерации, но еще и паштет изготавливает. Я шучу. Путин или Путин? А, на ключ есть. Вкусненький. Сейчас на помидорчик попробую. На яичко. На яйцо я имею в виду. Так повкуснее. На огурчик. Бочковой. Кудрявая петрушка. Ну и стандартно на хлеб. Приятно всем аппетит, хорошее настроение. Доброго дня. Мне нормально паштет, мне понравился. Путина. Теперь так вот, раз. А так вообще класс. Вкусняшка. На улице не насно. Всю неделю дождик передавали. Никакой работы, не только жрать надо. Все. Thank you.